Теперь, помимо прочего, в Сочи предлагается и агротуризм. Семейная ферма «Экзарха» расположена в Хостинском районе. Там можно и козлят покормить, и урожай помочь собрать. Оценителям ледовых скульптур среди жаркого лета предложат ледяную галерею в Олимпийском парке. Все это частные бизнес-проекты. Но удачные идеи администрация курорта, отметили на совещании, обязательно поддержит. Мы предполагаем, что к этому летнему сезону в городе Сочи появится более 10 новых объектов туристского показа. Это как природные объекты, так и созданные руками предпринимателей. К слову, на курорте завершила работу комиссия, которая проверила экскурсоводов на знание материала об истории Сочи и основных объектах показа. Всего порядка 600 специалистов из 40 экскурсионных фирм прошли обучение и тестирование.